Здравствуйте. Значит, сегодня мы с вами поговорим об электроножницах. Вот у меня электроножницы. Приобретал их лет так 25-30 назад. В тот период, когда было очень сложно приобрести и болгарку, и очень сложно было приобрести простую дрель. Я уж не говорю о шуруповерте. Ну вот приобрел его. Значит, периодически этими ножницами пользуемся. Ну, говорю, что, как говорится, уже столько лет прошло. Покамись, они у меня тут ни разу не ломались. Ну вот, перед тем, как эксплуатировать, мы сейчас немножко побрызгаем. И что самое интересное, то, что получается, вот режущие ножи, вот если посмотреть, да, вот они, режущие ножи, за это время, я, значит, их ни разу не снимал, ни разу не точил. Ну и попробуем сделать сравнительное, значит, анализ, что лучше болгарка, что лучше ножницы в работе по разным металлам. Но сразу скажу, что, значит, электроножницы нужны для того, чтобы резать только листовой металл. Ну, начнем с самого простого, жести. Ну, жесть можно и простыми ножницами резать, можно и болгаркой, можно и зубилом, но вот кусочек жести у нас есть. Вот это они начали работать уже. Ну вот, значит, без разметки, без всего дела. Ну, тут полоску надо вот. Видите, ровно, хорошо, отлично режут. По жести здесь вопросов нету. Значит, по жести, соответственно, ножницы идут вперед относительно болгарки. Очень вперед. Но, как говорится, это разминка. Это очень просто, очень легко. Возьмем что-то посерьезнее. Ну вот у нас посерьезнее металл есть. Не скажу, что совсем серьезное, но уже посерьезнее. Это миллиметра полтора. Ну, болгаркой все знают, что это 1,5 миллиметра очень легко разрезать. Но если кто резал много, значит, листовое железо болгаркой, то знает, что при этом, значит, камень снашивается очень быстро, даже быстрее, наверное, чем металл. Что с ножницами, об этом не скажешь ничего, потому что практически вот я уже лет 25-30 этими ножницами пользуюсь. Ну, не постоянно, короче, но пользуюсь достаточно часто. Особенно я помню, когда в тот период, когда мы строили металлические гаражи, было в тот период можно как-то одно время строить металлические гаражи. И вот это, значит, и двери, значит, и крышу, и стены. Вот мы при помощи данных ножниц краили. Ну, забегу вперед, значит, ну, резали металл. Значит, и 2 миллиметра, и 2,5, ну и доходило до 3. Ну, соответственно, если, допустим, значит, 3 миллиметра металл, уже если листовой металл, то одному человеку проблематично его порезать. Нужно, чтобы человека 2 было, чтобы помогали, надо было выгибать его. Ну, вот сейчас вот посмотрим, значит, сделаем маленькую разметочку, посмотрим, каких результатов дают ножницы при резке металла в 1,5 миллиметра. Ну, вот немножко отрезали. Отчертили его, сейчас попробуем. Ну, в принципе, резать очень легко. Вот взяли, значит, ну вот поехали. Видите, рез довольно-таки ровный получился, хороший и очень быстро. Если взять, данную же операцию провести болгаркой. Попробуем, значит, это же самое, значит, сделать болгаркой. Вот берем болгарку. Ну, ровно, конечно, болгарка отрежешь тоже так же. А вот по скорости.
смотрите, отрезал небольшой кусочек. Ну здесь ну сколько сантиметров, ну пускай сантиметров 35-40. Диску практически кирдык. Ну соответственно, если, допустим, режем и на метр, полтора где-то листы металла, даже полутора миллиметров, соответственно, уже по дискам расход будет значительный. Ну и как это в завершении. Я попробовал, значит, ну 3-миллиметровых у нас железо не очень. Вот я нашел, может быть, где-то кусочек железа, ну, значит, 3,5 миллиметра, наверное. Попробуем. Я сам, честно говоря, значит, очень толстый металл не резал, ну где-то 2,5 миллиметра всегда резал легко. Но для того, чтобы порезать более толстый металл, нужно, значит, что немножко ножи развести. Ну сейчас мы это сделаем. Сейчас ослабим здесь вот упорный винт. Сейчас ослабим здесь вот крепежный нож. Подтянем, разведем с болгаркой. Вернее, с ножами была инструкция, там на какое расстояние, сколько чего отводить. Но так как это давно было приобретено, соответственно, все уже было утрачено. Давным-давно. Ну, вот сейчас я где-то 1,5 миллиметра сделаю. 1,5 миллиметра. Да, где-то так. Соответственно, если, допустим, тонкий металл, то надо ножи поближить его. Так вот. Ну и, соответственно, это немножко подожмем сейчас. Подожмем, вот чуть-чуть буквально. Раз, вот. Поджали. Сейчас вот начнем резать. Ну, о, результате. Я даже затрудняюсь сказать, что будет. Возможно, порежут, возможно, нет. Посмотрим. И будем подводить итоги. Ну, уже уверенно сказать, что 1,5-2 миллиметра режут. Ну и вот ножи тоже уже сколько лет прошли. Прошло вроде бы неплохие. Где-то 3,5 миллиметра. Ну вот сейчас вот кусочек железа еле нашел. В принципе, у меня такого железа-то и нету. Ну вот попробуем, посмотрим, что будет. Во что-то уперся. Ну что можно сказать, что 3,5 миллиметра порезали, но немножко неровно. Но, скорее всего, это не ножницы виноваты, а виноват сапожник. Почему? Потому что надо что? Во-первых, было разметить, это раз. Во-вторых, более уверенно держать ножницы. Но я вот, когда гараж делал, металл потоньше у меня был где-то. Троечка, наверное, потоньше был немножко. Но я резал листы где-то, ну, я не знаю, 1,5 метра больше. И резал достаточно уверенно. Сейчас посмотрим. Ну вот, видите, достаточно ровный обрез. Хороший обрез, 3,5 миллиметра, ножницы резал. Но больше просто у меня и металла нету. Да и смысла нету, чтобы, как говорится, доводить до 10 миллиметров. 10 миллиметров, конечно, не резать не буду. Значит, что подводим итоги? Если у кого очень много работы по металлу, да и в принципе, если есть возможность приобрести вот ножницы по металлу, они всегда пригодятся. Режьте, кроите металл, стройте, варите, изобретайте. До свидания, до новых встреч.